Итак, что тут у нас стартовал наконец-то первый сезон. Вот, открыли завоевание, потому что до этого как бы очки завоевания были закрыты. Потасовку открыли новый аншлаг. Получите сногсшибательные впечатления от игры в режиме потасовки. Ну, посмотрим. До хрена новых квестов открылось. Рейд открылся новый на Натрия. А вот, кстати, новый сезон. Транспорт нового сезона есть. Рейтинговые PvP матчи. Ключи. Так что у нас полный гордыни. Побеждая не являющихся боссами противников, игроки переполняются гордыней, пока рядом с ними не появляется воплощение гордыни. Когда ты его убиваешь, ты бафаешься, но я про это слышал. Вот, то есть сезон стартовал. До этого только нулевые ключи были. И до хрена квестов открыли. У меня, кстати, 169 гирскора всего. А, ну 173. Я специально типа ждал, пока откроют, ну типа не пушил особо. Я специально ждал, вот эти вот ключи откроют, чтобы на ключах просто одеться. Так что я просто на ключах поимею свои шмотки. Ну и плюс я сейчас пепел башни докрафчу и легендарку. Скрафчу легендарку. Я живу, чтобы служить. Тут квесты, с них, кстати, до хера аниме и репутации. Потому что вот эти квесты я Смерть беру. это... У этих у торгашей они тут в подвале сидят. Так и еще дофига квестов открылось. Сейчас посмотрим. Вот тут квесты. Так, где-то за стеной. Кстати, у меня какой? Шестой уровень известности. Квест выполнился, там я забыл новый взять. Ну ладно. Ну, компания, квест или как это называется, Великое Хранилище. Я так понимаю, это тут будут награды, которые ты будешь получать, вот эти вот за ключ. Или нет? Что ты ищешь? Здравствуй, Пилигрим. Так. О, в небе ярко сияет звезда, которую особо почитают генералы и полководцы. Говорят, что она сулит удачу. Одержите победу на четырех боях. На четырех боях в поле боя. Окей. Круто тут. Выполняйте задачи в течение недели, чтобы добавлять предмет в Великое Хранилище. Пока я так понимаю, у меня ничего не убирается. Ладно. Что тут у нас еще? Специалисты с Чем могу хранилища. помочь? Добудьте награду из Великого Хранилища. Воспоминания дадут. Служители так слепо верят в это учение, что можно посадить им на головы по распорядителю и сказать, что так надо во имя предназначения. Они примутся рассуждать о том, какой глубокий смысл с этим стоит. Всегда рад иметь Ну, с это тобой гильдейское дело. хранилище. Питомцы тут. Ясно. Это мое гильдейское хранилище, я... Ладно. Так, тут пока ничего нельзя выбрать, как я понял. Ну, то есть начался контент, а до этого это, так сказать, демоверсия была. Была демоверсия Shadowlands, то есть это, по сути, начался контент. Ну что ж, пришло время первую легендарку скрафтить мою. Вот он, тюремщик. Это А ну место вот я выполнил квест на пепел хранить башни. только легенд. Бла-бла-бла. Ну да, Береги 1250 пепла свою душ надо было накопить по квесту. душу. Так, ну у меня есть, ну, во-первых, нужна заготовка. Это я на аукционе покупал. У меня есть пояс, есть наголенники, так что мне надо. Наголенники у меня норм, пояс тогда скрафчу. Так. Остерегайся зла Получается, воспоминания у меня только одно есть. тюремщика. Судьба Воспоминания свела только одно. вместе. Щит Мстителя восстанавливается сразу с определенной вероятностью. Ну хорошо, поехали. У меня есть депеша на универсальность и депеша на искусность. То есть вот что-то вот такое я получу.
круто, то что можно статы выбирать, как ты хочешь. Моя первая легендарка. Легендарное единство. Что ж, поехали. 172 гирскора сразу. Прикольно, кстати, поезд выглядит. Что ж, это первая легендарка. Вот и так новый сезон начался. Сейчас еще вечером в рейд пойду. Сейчас я, наверное, пойду ключи тогда делать. Попушу ключи, вечером еще в рейд пойду. Вот это вот натрия. Слушай, как-то так.